Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ирина. Это мой помощник. Куда же без него? Да, конечно. Сегодня я хочу снять такое видео, состоящее из нескольких частей. Первое – это мои процессы. Это моя вышиванка. Я покажу вам, насколько я продвинулась. Покажу ее в сравнении с мужской вышиванкой, вот как они будут смотреться приблизительно. И познакомлю вас со своими планами на самое ближайшее время, после того, как я наконец-то отошью свою вышиваночку. Далее я хотела бы с вами поделиться своими подарками, покупками, естественно, вышивальными, рукодельными. И запасиками тканюшек всевозможных. Кому интересно, оставайтесь с нами, со мной и с моим помощником. Итак, приступим. Перед вами две вышиванки в процессе, в работе. Мужская и женская. Вы видите, что у меня мужская передняя полочка полностью сделана. Мне осталось сделать, как я уже говорила, манжеты и воротничок. Вот. Ну, а женская передняя полочка у меня почти вышита. Вот здесь не вышит немножко узор внизу, вот где листики и фиалки. Но я намеренно не доделывала это место для того, чтобы швея имела возможность здесь как-то откорректировать швы. Видите, еще не полностью сшита вышиванка, еще не готовая полностью изделие. А дальше я буду смотреть, может быть, по шву буду прокладывать крестики, ну или как-то этот рисунок размещу более логически и правильно. Значит, горловинка у данной вышиванки будет вырезаться. Сейчас покажу. Вот. Где-то, может быть, сантиметр или полсантиметра, отступив от края вышивки. Ну, то есть она будет горловина и вырез более таким глубоким. И по краю я пущу кружево. Вот такие у меня планы на эту вышиванку. Хочу сказать большое спасибо за поддержку всем, кто оставил приятные комментарии в предыдущем видео. Большое вам спасибо. Действительно, это помогает вот как-то ускориться, собраться с силами и продолжить работать над таким трудоемким процессом. Вот. Сейчас я работаю над рукавом, над вышивкой рукавчика. Вот так вот. Это центральный элемент сейчас вот отшивается. Вот он здесь, и, как вы видите, сам рисунок широкий, а здесь уже шов идет. И, возможно, я просто его обрежу, как-то логически завершу. Ну и дальше здесь будет еще два ромбика вниз идти. На краешек рукава я тоже планирую нашить кружево. А сейчас... Наверное, быстренько сейчас вам покажу, какие же кружевки я подобрала под эту вышиванку. Вернее, какие у меня есть. Ну, а там я буду подбирать уже окончательно, когда буду разговаривать со швеей. Вот такие кружавчики у меня есть. Это все хлопковые кружева. Я их покупала специально для вышиваночки. И... Для горловины, для выреза я буду использовать вот это кружево. Оно очень такое нежное, тоненькое, аккуратное. Я думаю, что будет смотреться очень хорошо. Кроме него у меня еще есть вот такие вот виды кружева. Такие вот не то бабочки, не то цветы. Это разной ширины, но одинаковый мотив. И вот такое кружево. У меня есть еще два вида более широких кружавчиков, но сюда они ни к чему совершенно, поэтому я их не показываю. Я их покупала для рушников, для того, чтобы
сделать внизу, ну, их украсить кружевом. Вот, покажу как-нибудь, может быть, в следующий раз. И поближе покажу вам крестики. Вот так они выглядят. Очень красиво получаются вот эти розы. Сначала я вышила светлую розу, светло-розовую. Она мне понравилась. А потом вот эту темную. И даже теперь не знаю, какая мне больше нравится. Бутончики очень красиво смотрятся. Ну и в целом работы именно вышиванки от Марешки. Это очень красивые такие сюжеты, красивые цвета, сочетание цветов. Вот такая вот мужская вышиваночка. А с мужской вышиванкой небольшая загвоздка в том, что каун здесь мельче домотканого полотна, чем женской. Вот такие у меня самые ближайшие планы. То есть я сейчас работаю над двумя вышиваночками. И очень надеюсь в самом ближайшем будущем их доделать. Не переключайтесь. Итак, продолжим. А что же я буду вышивать после того, как закончу работу над своими вышиваночками? Как вы помните, я принимаю участие в совместном проекте «Мои любимые коты». И вот такой котик у меня должен в итоге получиться. Я не продвинулась, поэтому особо не буду показывать там свои крестики. Это котенок от Лесли Тьерри или Тьер. Лесли Тьер. Из такой замечательной книжки «Забавное животное». Это у меня проект номер один на очереди. Далее. Параллельно я буду отшивать рушник для иконы, который я обещала моей маме вышить на домотканом тоненьком полотне, такого мелкого каунта. Это не рушниковое полотно, а это полотно мельче. Вышиваю я его ниточками креник шелковыми, красный цвет, а черный цвет я решила брать все-таки DMC 310, если не ошибаюсь, номер. Поскольку они выглядят более яркими по сравнению с черными нитками креник. Вот такая работа следующая у меня. И очень хочу я вернуться к вышивке своей замечательной девчушки. Сейчас я вставлю вам фото готовой работы. То есть, что это за девочка? Это сюжет от компании Lavender and Lace. По-моему, Изабеллас Гарден, сад Изабеллы. У них есть два похожих сюжета. Это Эммас Гарден и Изабелла. И сейчас я вам картинку эту вставлю. То есть вот такой замечательный сюжет. Я здесь уже начала работу над юбочкой. Вышивается он на льне. Но я не нашла такого темного льна. Ну, вернее, не то, что не нашла, мне не хотелось искать. Я схватила то, что у меня было. А был у меня вот такого молочного цвета Belfast 32 каунта. И бегом-бегом давай на нем работать. Но я думаю, в любом случае получится очень красиво. Бисер у меня уже есть. Тот, который идет в этой работе. И очень-очень хочу поскорее приступить отшиву, продолжать отшивать эту замечательную девчушку. И еще вот такой проект у меня намечается. Я на Крестомании купила таких два слюнявчика с вставочками такими вот из равномерной ткани. И я хочу отшить их, вышить на них какие-то сюжеты детские для своей подруги, у которой родились девочки-близняшки. Вот такой сделать небольшой подарок. Наверняка придется подшивать какую-то ткань на задник, потому что здесь будет видна изнанка. Это бы не хотелось. Ну и плюс они сами по себе очень тоненькие. Я думаю, это не совсем практично. Поэтому какой-то, в общем-то, задничек придется подшить. Но, в принципе, идея очень интересная.
Не переключайтесь. Та-дам! Вот такой замечательный набор мне подарила моя свекровь. Ой, я вообще, у меня просто нет слов, чтобы описать восторг, эмоции, которые испытываешь, глядя на него. Это наборчик от Sunset, то есть Dimensions. Можно сказать, что он уже раритетный просто-напросто, потому что сюжет 98 года. Такие вот игрушки на полочке. Называется Best Buddies. Номер набора 13661. Очень такой мимишный, ну вообще уютный-уютный, хороший такой наборчик детский. Замечательный. Он укомплектован светло-желтой канвой Аидой и ниточками, не разобранными на органайзер. Это американская комплектация. Следующий наборчик. Это вообще просто вот зимнее настроение, как вот, что называется. Такой набор тоже от Dimensions. Называется Snow Family Holiday. Тоже 98 года набор. Идет он на канве, которая выдергивается. Здесь, видите, его можно вышить на свитере, но его, в принципе, можно вышить на чем угодно. Такая вот новогодняя история. Ну, опять же, американская комплектация. Вот эта канва, которая выдергивается. Я еще, честно говоря, не знаю, на чем я его буду вышивать, но... Ой, радость у меня от этого наборчика вообще невероятная. Посмотрите на это семейство, этот котяра, ну просто с шапкой на бекрень. Класс, замечательный набор. Жалко, что у Дима таких больше не выпускается наборчиков. Но ничего, зато здоровски, что он есть теперь у меня и у моей свекрови. А теперь мои покупочки. Это вот такой наборчик от Heritage, Фрезия Пози, Поузи, может быть, ну, не знаю, как правильно. Вот такой букет фрезий. Три набора. Их я как-то встретила просто на обычном рыночке, в ларьке рукодельном. Они висели в компании с другими наборами, Lanart. Ну, правда, мне не совсем близка та тематика, которая там была представлена, там фараоны, вот что-то такое, Восток, какие-то восточные женщины. Но вот среди них были эти наборы. Я когда их увидела, когда увидела особенно их цену, просто я загорелась, но тогда не было возможности их приобрести. И вот сегодня я забежала в этот магазин, они меня дождались, ничего не поменялось, все те же наборы висели. Я их, конечно же, прикупила, не удержалась. Данный набор от Heritage комплектуется равномеркой. Каунт вам не скажу, потому что вот как-то тут не написано какой, просто написано Цвайгард ткань. Видите, это цветы из какой-то серии, вот тут было несколько видов. Я его не распечатывала, но цвета ниток тут обалденные. Наборчик стоил 263. Дальше вот такой вот набор. Я его уже перепаковала в файл, потому что настолько они были грязные, вот упаковки, пакетики эти затертые, что ну как-то совсем было неэстетично и, честно говоря, даже неприятно. Хоть я и люблю, когда вот эта благородная пыль, знаете, как на бутылке вина или коньяка. Вот такие вот замечательные птички. Но подкупила меня даже не столько меня сюжет подкупил, сколько здесь лен, здесь огромный кусок льна и замечательные ниточки. Ну, я не буду его сейчас тут распаковывать, потому что следующий набор, он почти такой же. Вот видите, ниточки, лен тоже идет. Тоже набор от Теа Гувернер. И вот такой вот он.
бабочки в желудях. Прекрасный набор, прекрасная комплектация. Ну а лен это вообще, это просто шикарный набор. И вот он меня дождался. Вот такие вот были покупки. И вы знаете, наверное, видео про тканюшки я сниму отдельно, потому что я смотрю, что уже очень длинное получается видео. Сейчас это все постараюсь смонтировать, быстренько выложить. А вот свои покупки тканей и также покупки некоторых ниточек DMC и креника я выложу в отдельном видео. Всем большое-большое спасибо за внимание, спасибо за ваши комментарии, спасибо, что вы меня поддерживаете. Очень приятно. И всем нам побольше времени на любимое хобби, удовольствие от хобби, чем бы мы ни занимались. Ну и мира. Всем пока-пока.